алейкум, құрметті көрермендер бұл ел мен елші бағдарламасы финляндияның қазақстанда елшілігі екі жылы ашылды осы жылдан бері екі елдің арасындағы қарым қатынас қарқынды дамуда біз қазір осы елдің елшісімен сұхбаттасамыз ой бөлісеміз қазақстан мен финляндия мың жылдан бері тығыз қарым қатынас орнатты деседе екі елдің елшіліктері араға 8 және 10 жыл салып барып ашылды қос мемлекет сауда экономикалық байланысты жақсы жолға қойған солтүстік еуропадағы финляндия қазақстанның экономикалық серіктесі ретінде барыс келіспен алыс берісті күшейтіп келеді 2015 жылы екі жақты тауар айналымы 466,9 миллион ақш долларын құраған біздің ел финляндияға мұнай және мұнай өнімдерін көмір ілеспе газ сондай ақ түрлі дәнді дақылдарды экспорттайды ал фин тарапы қазақстанға қағаз картон химикаттар емдік дәрі дәрмектерді тасымалдайды алейкум, құрметті елші мырза біздің ел мен елші бағдарламаға сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет айтамын қош келдіеш рахмет құрметті елші осы сұхбат бергеніңізге шын жүрегімнен рахмет айтамын финляндия мен қазақстанның қарым қатынасы өте мол алдағы уақытта осы қарым қатынасты деген ойдамыз біздің қазақстан мен финляндияның қарым қатынасын қалай бағалайсыз рахмет большое спасибо вам за это интервью и мне очень радуется здесь очень большая честь для меня

Вы знаете, что э, э, наш президент э, э, посетил э, Казахстан и в 1992 году был это официальный визит, первый нашего mm -hmm. президента э, сюда. И э, тогда, э, когда -то начинали, э, это э, уже э, вопрос был о, о, о инвестиции, о, о сотрудничестве в сфере бизнеса и так далее. Но все-таки как-то Казахстан растет, 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 и прогресс большой. У нас еще больше возможностей теперь и у нас очень радуется что мы очень можем посетить это значит экспо астана экспо и это будет дать нас возможности совсем другом уровне еще высшем уровне сотрудить будуще біздің қазақстанның кәсіпкерлері финляндияға бару үшін қандай салаларда бизнес ашқан жақсы болады қандай отрасльдарда Да, это хороший вопрос. Очень я думаю, что у нас возможности показать, как можем там в Евросоюзе работать вместе. Например, joint venture есть возможности маркетинга есть возможности найти э, новых клиентов э, через Финляндию. Э, мне кажется, что очень интересные возможности там. И э, сейчас э, будет интересно, пока э, начинает э, экспо очень много новых возможностей. Не только финнс бизнесмены будет сюда, а тоже казахи будет туда. И тогда mm -hmm. я уверен, что будет очень много новых возможностей, инноваций. И э, тоже, где я э, хочу показать э, внимание, э, что э, э, молодой человек, который хочет открыть свою бизнесу, может это сделать. Есть такие стартап, есть такие программы э, э, и в Казахстане, и в так что э, они могут э, через свою работу э, найти совсем новые сферы, которые мы э, не точно не знаем, но они могут, например, у нас есть мировые уровни э, это программы игры, например, Angry Birds, все э, знает. Но здесь, в Казахстане, тоже таких э, возможностей э, находится. Только надо найти и, 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 и работать э, с этим, э, что будет реализация там мне кажется что вам будет интересно например сектор чистая технология мы говорим это называется на английском языке клинтех но это значит что как мы можем использовать полностью все материалы без проблем для природу так что э, у нас это э, дают возможности найти э, новые, э, совсем новые продукты, э, делать, как в э, английском говорим, recycling. Э, так что можно использовать еще раз зеленые, да, технологии. Да, да, зеленые технологии. И это очень важно. И я думаю, что э, вы знаете, что у нас есть компания Уседест, э, э, называется Тиккурила. Это э, красная компания, краски. краски. Да, да, да. У нас да. присутствует Тикурила. Тиккурила, да. Очень хорошая. Краска, да. И я всегда Спасибо. покупаю эти курилу. Спасибо, потому да. что здесь это сделано в Казахстане уже. И не только дела в Казахстане, а все рынки Центральной Азии и тоже в Китае они начинали самые высокие уровни продукты экспортируют с Казахстана в Китай. И очень так хорошая рентабельность и очень хорошие возможности. Но no, я могу сказать, что большой прогресс продолжается. и все-таки мировой уровне там ситуация не очень легко сейчас очень много проблем без Вы знаете, рынок не очень работает, очень, можно сказать, такие новые проблемы, как раньше не были, сейчас есть. Мы должны смотреть внимательно и не потерять наши, наши пути. Надо, надо продолжать. Это программа Нурлизол. И 100 шагов ⁇ это очень хороший, потому что там конкретнее показать, что надо делать, как это возможно сделать. И мы это очень внимательно читаем, и мы очень хотим помогать Казахстане, что это получило.

ехать и э, так далее. Так что чувство, что я месту, как, как, я чувствую, как дома, как в до детстве в Казахстане у вас есть воздух очень чистый, очень-очень такая, можно сказать, э, э, полезная э, именно в Астане. Э, вы знаете, это сухой, это очень хороший климат, это очень так, без бактерий, без проблем. Э, это, это, конечно, мне очень радуется. И для меня всегда радуется очень, что э, солнце есть. Хотя холодно. мынау ешілікке кіргенде мынау сіздің киім жерде анау велосипедтердің каскаларын көрдім сіздің хоббиіңіз қандай болады екен Да, да, это интересно. Но я, я скажу, что у вас есть очень хороший результат у спорта. Можно сказать, что каждый уже такие мировые уровни спортсмен и, и, и женщин. Так можно сказать, что я просто, в да, 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 очень много олимпийских медалей за там много. И, и я могу увидеть, что это не только что ты спец э, спортсменов. Есть много людей, которые занимаются э, спортом, гдесть обычные люди. это хорошее очень хорошее сіз айтып жатсыз мына үш жыл тұрдым деп қала астананың астананы білемін деп қазақстанды білемін деп сол қай қалаларда сіз болдыңыз где я не был еще где только не былсказать где я был но можно сказать что конечно сами башни конечно алматы И, 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 и Оскемен, горск и, и, и мне тоже очень нравится э, Атирал, э, Уральск, очень красиво, и, и так далее. И Караганда, конечно. И, 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 Можно сказать, что где я не был, еще э, мне большой проект, это вы уже знаете, что я хочу смотреть э, казахи космонавтов, которые э, а, будут летать в да, космос. Да, да, да. да, да. И э, mm -hmm. Байконур, и... и, и да құрметті елші сіздің мынау маңызды сұхбатыңызға көптен көп рахмет бүгін көп қызықты нәрселерді естідік өз аузыңыздан біздің көп қалаларда болыпсыз көп жерлерде болыпсыз көріпсіз табиғатымыз біздің еліміз сізге өте қатты ұнайды екен бірақ біз де финляндияға барамыз деп ойлаймыз оны тамаша жаңа айтып кеттіңіз ғой табиғаты ә, теңіз табиғатына жақын деп сол сияқты сізге көптен көп рахмет жұмысыңыз жемісті болсын денсаулығыңыз мықты болсыңыз, көптен көп рахмет